Всем привет, дорогие друзья! С вами Енот, а это клуб настольных игр «Мир в коробке». И сегодня с нами рубрика «Подгон из Америки». Спасибо Юле, которая в этот раз прислала две здоровенных коробки. И мы сделаем видео в двух частях. Распакуем первую, а потом вот эту вот вторую. Палки, что внутри? Я знаю только то, что там в теории должны быть грелки для рук. А все остальное это такой себе лутбокс. Сейчас мы узнаем, что там. В этот раз коробки. Я так хочу коробку с ручками, как она присылала ранее. Но тут же как повезет. Итак, что нас встречает в лутбоксе? Сразу сходу нас встречают два кетовских турникета. Ёлки-палки, ну реально круто. Дальше, я уже вижу что-то с Пикачу. Вот почему детское? Почему детское? Я хочу себе такую штуку. Я тоже ребенок. Кофты, кофты. Опа, опа. Зима близко, и Юля нас подготовила к этой. Вот, есть кому отдать, передать. Короче, целая гора крутой одежды. Чем, не знаю, там очень много чего крутого приходит. Давайте вот сейчас там. Кофты. Кигуруми. Кигуруми панда. Ну, детская, Юль, пришли взрослая. Еще куртки, да. Это все пойдет переселенцам с Волчанска. Или же поедет на Донбасс в нашей следующей, в нашем следующем заходе. И последняя подписка, но не по значению. И дальше начинается самое вкусное. Так, ножичек мы перекинем. Новые формочки для залива. Будем заливать розочки. А то сердечки надоели. Есть такая тема. Опа! Грелочки для рук. Пачечка. Этот комплект пойдет медикам. Парам-пам-пам. Головоломочка такая небольшая. Мягкие игрушки. Прикольные. Капибара. Тут есть капибара. Головоломки, попыты, сумочки, что-то из мака. Все как всегда круто. Скинули. Что это такое? Milky Way. Какой-то Milky Way, но совершенно другой. Да, вот не такой, как мы привыкли. Jumbo Bug. Неожиданно, неожиданно. Поедет детям. Спящие королевы 2. Да, дадим спящим королевам шанс. Я, честно говоря, мне эта игра не очень нравится. Больше бусинок, богу бусинок. Потому что поездки забрали. Мягкие игрушки, больше мягких игрушек. Попыты, вот, самое ценное. У меня просто Донбасс сейчас забрал все попыты. Вот, сколько их было, весь резерв, все, что приходило. Что-то необычное в пакете. Что это такое, я не знаю. Это какие-то пакетики. Еще какие-то пакетики. Еще подготовка. Наклейки. Да, наклейки. Это все для Нового года. Будем готовиться. Спасибо, Юль. Ты действуешь на опережение. Вот, самое ценное. Это Hot Wheels. Сейчас мы даже елки-палки, даже высыпать некуда. Но, короче, черт с ним, гуляйте, гуляйте. Воу, вот это бусик, мне нравится. Вот, потому что дети у меня растащили все, что было. То есть там, не сколько, 50 детей было плюс-минус, все растащили. Это что-то на руку, это для работы с детьми. Привет, друзья. Поехали дальше, нас здесь встречают. А можно вот такие только взрослые на меня, пожалуйста? Ну, они реально круто выглядят. Зачем детям? Мне надо. Детям и так много. Дальше. Еще. Ух ты! Это же этот, бунтуевские мини-зверьки. Это, ну, это темовые штуки. Ну, прям круто. Спасибо. У нас они дико подорожали, а тут на расходе больше бусинок, богу бусинок. Хорошо, что мама не рядом, не отберет. А то предыдущие меня отобрали. Ух ты! А, не показался зверек какой-то. Куклы. Это из этой коллекционной серии, елки-палки. Больше термобусинок. Причем это в новых цветах, в новых оттенках, скажем так. Парам-пам-пам-пам-пам! Батончики Гарри Поттер! Какого черта? Это круто! Это, не знаю, этот... Грелки для ног. Можно я себе одну оставлю? Грелки! А, вау! Вот что, грелки для тела. Вот она говорит, что это именно для тела штука. Офигеть. Спасибо, Юль. Все, скорее всего, уйдет на медиков. Есть запросы. Все на медиков. Больше бусинок, богу бусинок. У нас много, вот что, термомозаики на Донбасс сейчас. 50 деток по 10 поделок каждый. Больше попыток. Фу! Кубики историй. Уже знаю, кому поедут. Есть там одна семейка. Ножницы для стрижки когтей животных. Я знаю, кому они нужны мне. Вау! Посмотрите,
для лего заливать формы, вообще это формы для льда, скорее всего, но заливать маленьких лего человечков и маленькие лего кубики. Блин, круто! Заливать гипс и раскрашивать. Да, да, заливать, ну круто! Это прям вау! Надо это куда-то отдельно положить, потому что просто очень круто. И внимание! Финалочка! Гигантский набор! А он открывается? Офигеть! Хорошо, что мама этого не видит. Я ей это просто не отдам. Здесь и формочки, и все. Есть, пинцетики есть, формочки новые есть, бабочка уже есть. Круто, вот за это спасибо, Юль. Когда мотивация детей Донбасса такова, что они из этой общей массы, когда все вместе смешано, выбирают нужные им цвета. Итак, переходим ко второй коробке во втором видео.